Пьяный водитель, чужой техпаспорт и подозрительный набор средств личной защиты в багажнике. Съемочная группа 7 канала отправилась в ночной рейд с правоохранителями, искали нарушителей на дорогах. Что удалось обнаружить полицейским, расскажет Надежда Бондаренко. Село Усатово. Оживленный участок объездной дороги. Здесь правоохранители будут проверять автолюбителей на наличие документов и проводить поверхностный осмотр машины. В составе команды есть и кинологи. Этот милый пес натаскан на взрывчатку, оружие и наркотики. К его помощи прибегают в случаях, когда заподозрили неладное. Так вышло с ничем не примечательным, на первый взгляд, такси. Это же самозащита. В багажнике владелец авто хранил биту, балаклаву, газовый баллончик без маркировки и револьвер под патрон Флобера. На него разрешение не требуется, однако иногда его ствол переделывают под другие боеприпасы. Чтобы разобраться, необходимо заключение эксперта. Прочие предметы тоже не запрещены, только если баллончик легальный и не из арсенала силовиков. Ждем оперативников. Дальше это их парафия. А тем временем у следующего автолюбителя незадача с документами. Походу, мне ваши коллеги дали они. Те документы. Это получается, могу показать, у меня было ДТП, и это вот раз не дали виновника ДТП. Выяснилось, что водитель в декабре 2017 года попал в ДТП, и сотрудник полиции, по его словам, при выдаче документов перепутал техпаспорт участников происшествия, о чем мужчина узнал при нашей проверке. Неожиданный поворот. В целом же автолюбители к работе полицейских относятся спокойно и с пониманием ситуации. Честно говоря, мне больше понравилось, чем раньше вот у нас милиция была. Намного приятнее люди общаются, намного вообще все правильно сформулировано, остановили, аккуратно предупредили, все красиво общаются. Для безопасности людей, если это адекватно, нормальное отношение, вполне приемлемо. Подробнее обо всех происшествиях в превентивном авторейде и вреде алкоголя за рулем, а также о внезапном подарке местных жителей смотрите в субботу в 20:00 в итогах недели с Еленой Крылатовой. Надежда Бондаренко, Евгений Ячменцев, 7 канал.